К началу атаки на Полисмаса солдат 501-го уже просто тошнить начало от всего того, что называли восстанием. В прошлом мы втайне наслаждались подавлением парочки другой мятежей. Мы поддерживали форму, и все страшились империи. Но эти повстанцы были другими. Они были организованы, их число росло, и они были повсюду. Атака на Полисмаса стала идеальным примером того, что наша организация стала хромать. Мы должны были прийти и задавить небольшую группу повстанцев, забрав несколько украденных имперских планов на галодиске. Пока мы готовились, силы повстанцев чуть было не уничтожили нас, а галодиска так и не нашли. Привет всем, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Дарт, и мы продолжаем играть в Star Wars Battlefront 2. Так, и чё? У нас тут Полисмаса, это, короче, я так понял, астероид, который был в конце третьего эпизода, где, короче, Падме рожала. Падме тут рожала, да. Вот, ну сейчас это уже времена Империи, поэтому здесь уже всё далеко. Все далеко позабыли уже, кто тут рожал, кто тут родился и прочее. Так. Своих случайно убиваем. Что-то им вообще пофиг на гранаты, это очень обидно. Нафига я их кидаю? Должны взрываться, когда я кидаю гранаты. Ой, отскочила. Гады спрятались там все подальше, отошли, чтобы гранаты их не задело. Вот сейчас вот, наверное, кого-то подорвет. А может и нет. Ох, били меня. Что-то жестко становится. Повстанцы какие-то жесткие пошли. Всех этих мятежников. Нам нужно точку захватить. Так, у нас тут один штурмовик стоит. Странно, почему он точку не захватывает. Ну, имелось в виду, почему не срабатывает захват точки, хотя он стоит в радиусе. Или обязательно я должен захватывать. Починим дроида медика. Так, вот тут чертежи как раз какие-то. Ну, это планеты, правда. Фига знает, что это такое. Голодиск надо забрать. Так, сейчас всех этих уничтожаем. Ну, тут он один, правда, но ничего страшного. Сейчас еще найдем себе врагов. Тут их дофига. Так. Здравствуйте. Снайпер. Отошел. Еще один снайпер. Отошел. Так, отлично. Так, вы откуда там претесь? Ушел обратно. Опа-опа. Откуда вас столько, ребята? Ну, это неинтересно. Пипец, там одни вуки, это восстание, медведи какое-то вообще. А это наши, я уже огонь по нему веду. Отлично, двоих сразу укокошил. Так, вот это что-то жесткий. Блин, мало в обойме этих зарядов. Приходится часто перезаряжаться. Так, отлично, всех уштали. Идем забирать голодиск. Бросаем себе под ноги аптечки, да, это очень удобно. Так. Прорываемся. Так, здесь интересно, можно обойти или нет? Опа, сюда мы не пойдем. Не пойдем мы сюда. Нафиг мне надо здесь бегать. Так, это у меня диск в руках или что?
серенькое такое, что это у меня в руках. Декс. Защищай радар, пока не стоит. Так, вот это радар, да? Окей, мы будем его защищать. Так, вот они прорываются тут, тварюги. Отошел, я тебе говорю, отсюда. Так, все, пока никого не вижу. Если их так мало будет, то это вообще шикардос. Вообще без проблем защитим. Все защитим, да. Так, Вуки ушел. Давай, чего вы тут стали? Кыш, кыш, кыш. Давай. А, я ранен. Я ужасно ранен. Так, это свои же мне попали, шоковый солдат. Козел, косоглазый, даже попасть не нужно. Так, ты что, мне птичку кидал? А, ну тебя. Ты ее сам подобрал, так неинтересно. Опа. Опа-на. Кто это такие тут? Один выстрел, один труп. Опа. Так, ну сейчас промазал, сейчас считается. Так, сейчас тоже. Вот. Что делать? Там щит какой-то регенерирующий, тоже неинтересно. Мне бы такую штуку. Ага, вот он здесь спрятался. Добиваем оставшиеся силы. 20 секунд осталось всего лишь продержаться. Так, Вуки ушел. С дредами такие бегают, прикольно, кстати. А что ты будешь делать, ты ебогу? Так, Вуки мой, вообще, вообще. Да кто его добил? Ну пипец, ребят, вы убиваете своих, что, врагов мало, что ли? Че вы мои-то добиваете? Мои цели. Так. Уничтожить банк данных в какой-то пещере. Хорошо, сейчас будем уничтожать. Чертов Несберг. Так. Что такое-то? Все, все, ушла, снайпер. Что это? Ты на карачках тут бегаешь. Так, где тут эта ваша пещера? Пиу, пиу, давай, ушла. Что такое-то? Хопа. Да блин, перезарядка дурацкая. Офигеть. Ракетой в лицо выстрелил, но так неинтересно, я так не играю. Так, попробуем шокового солдата. Мне здесь не нравится, что у него это... Бластер какой-то странный, короче. Не знаю. Электричеством таким пуляется. Вот видите, да. Урон такой, так себе. Скорострельность низкая. Хотя шоковый солдат, это же, по сути, чувак, который должен быстро... куда-то попасть, расстрелять всех, улететь, да, здесь он, короче, прилетает, пока выстрелит, пока то все, пятое, десятое, так себе, короче, не очень такой солдафончик у нас получился, в оригинальной первой игре он мне как-то больше понравился, пускай у нее была обычная бластерная винтовка штурмовика. Так, идем на захват этой пещеры вашей. Сейчас-то мы ее разграбим, эти пещеры всякие. Текс. Кто тут у нас? Никого. Пробираемся дальше. Жесть, я смогу справиться с этой пещерой? Это вообще в одиночку-то. Вряд ли я сомневаюсь. Офигеть, он на один выстрел меня убил. Так, я буду долго прорываться. Надо попробовать за штурмовика.
Давай, штурмовик рулит в этой игре. Мне больше всего нравится этот класс. Ну, именно за империю. Ну, у клонов, допустим, там, ну, командос, в принципе, неплохой. Ой, РФ клон, который. Вот такая скорострельная пушечка. Вообще, сам вот этот стандартный класс, типа клон-солдат, или вот штурмовик, там, или мятежник, что-нибудь такое, да? Они самые простые, при этом самые прикольные. То есть никаких заморочек, скорострельная винтовка, гранаты, все как нужно для штурма или еще для чего-то. Если там хотите издалека убивать, ну, вы берете как бы снайпера, да, все дела. Если там технику уничтожать, то ракетчика. Инженер там это помогает, обычно ходит. Пипец от народу, они меня так вынесут по выстрелу. Так, у меня награда, регенерация энергии. Так, хватит бегать, тут я стреляю, вы тут бегаете прям вообще. Свои же идиотики. Офигел вуки, что ли, или чё? Твой арбалет, я знаешь, куда засунул? Так, мой гранат, так, это быстрее. Тут ещё побегут толпы. Зашли в спину вам, козявки. Так, эту штуку надо уничтожать, да? Так, ну вот из бластера долго давали гранаты. Сейчас штурмовики мои увидят, что, короче, я кидаю гранаты, тоже начали кидать гранаты. Да, молодцы, конечно. Кидают это кроны, ты посмотри-ка на них. Захвати ангар. Так, где этот ангар в жопе мира опять? На самом конце этой чертовой карты. Хотел сказать чертового мира, но это же всего лишь астероид. Так, ну сейчас мы докатимся на этом. Что это такое тут? Я забыл, как называется эта штука, а тут что-то название я не увидел. Ну, типа, второй пилот сидит за ракетницами и за ракет стреляет. Так, сейчас мы тут поубиваем немножечко, сидя в технике, я думаю. Нифига себе, вас выскочило-то. Офигеть, тут вуки просто дофига. Еще с гранатами закидывают, ну, нафиг. Так, выпрыгиваем. Выпрыгиваем, так, побежали. Сейчас мы их так сделаем. Офигеть, он меня гранатой пульнул перед смертью. Вот этот он красавчик, конечно. Боец. Опа. О, нифига себе, за спину зашел. Что такое-то? Кто так делает? Ну, я, конечно, заходил к вам за спину. Я же штурмовик все-таки. Империя наносит ответный удар и все такое. Так. Поднимаемся по лесенке. Так, хватит и со своей штучки стрелять. Вот этот вот летающий дроид. Разведдроид, да. Так, снайперов тоже не любим. Так, гранаты. Пошли, давай. Черт, у меня одна граната всего не была. Я только мне дроида уничтожил и все. Это обидно. Друзья, товарищи. Да, много же вас тут засело, конечно. А, я сейчас умру. У меня ничего нет. Одна граната. Нет. Так. Прячемся. Сейчас он выскочит, и я его уничтожу. Давай, давай, давай. Нет, он меня убил первый. Так, опа. Супергеройское приземление сейчас было. Так, да сколько же у вас там гранату надо кинуть? Здесь еще попрут.
Так, все, хватит. Сейчас мы ваш мятеж-то подавим. Ой, что это кто-то выскочил там? Шо? Да хватит, успокоились, я тебе говорю. Прямо в вуки гранатой полетел. Так, это, наверное, перелетела граната. Так, сейчас опять там нет. Не заденет, такого жалко. Выгодная позиция у них тут, конечно. Но их мало осталось, сейчас мы их тупо добьем, да и все. Тупо добьем этих засранцев. Знаете, в лицо гранаты просто. Положил всех просто вообще. Если бы штурмовики стреляли так же, как я это делаю в этой игре, то Империя, мне кажется, уделывала бы просто всех. Я, конечно, не суперстрелок, но я точно стреляю лучше, чем вот эти штурмовики в оригинале. Так, ну все, захватываем, и мы, в принципе, победили, я так понимаю. Полностью всех убили, даже вообще никого в живых не оставили. Так, что тут? Ангар какой-то, прикольно. Все, победа. Что, дорогие подписчики и зрители канала, надеюсь, это видео вам понравилось. И хотя нападение на полис Масса считалось частично успешным, теперь мы уже определенно знали, где находятся планы Звезды Смерти. И это устраивало 501-й легион. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи, хорошего настроения, до скорых встреч и всем пока!